лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях певица православная, исполнительница духовных песен и романсов Ирина Скорик. Здравствуйте. Мне сегодня бы хотелось поговорить с вами о самом главном в вашей жизни. Может, это неожиданно будет для вас. Что для вас самое главное в жизни? Можете ли вы как-то в двух словах это описать? Самое главное в жизни для меня – это, прежде всего, о чем я молю Господа Бога – не потерять веру. Потому что это большой подарок, это такая действительно основа и крепость жизни, и поэтому для меня это самое дорогое. Потому что будет вера, будет все. Будет и мир в душе, и помощь Божья. Вот на самом деле духовная песня для меня – это важная составляющая моей жизни. Я занимаюсь уже духовной песней, наверное, около 17 лет, как мой духовник благословил. А благословил меня на исполнение духовной песен протоиерей Василий Ермаков, я его духовное чадо. Но когда я пришла в Серафимовский храм, батюшка мне запрещал петь. И только через 4 года моего воцерковления батюшка благословил на первое исполнение, публичное исполнение духовных песен. Для меня нет таких особых тем. И покаяние есть, и есть патриотизм, есть любовь к родине, есть лирика, есть тема о семье. Есть целый концерт, посвященный семье. Но ведь самое главное – донести то, что ты сама ощущаешь, и чтобы человек вместе с тобой сопереживал. Ведь духовная песня – любая песня, что она русская, духовная, или будь то романс, ведь это откровение души. Мы, исполнители, мы себя как бы отдаем часть своей души. И поэтому исполнитель за каждое свое слово, он должен быть ответственен. Что он делает? Вы говорите, что у вас семейная тема есть вот в духовных ваших песнопениях. Для вас семья – это очень важно? Да, конечно. Как вас семья поддерживает в вашем творчестве? Семья – это для меня, это прежде всего основа моей жизни, потому что когда чувствуешь за спиной вот этот тыл, когда ты вместе с мужем стоишь на литургии, когда ты вместе молишься, это вот та самая духовная основа, без которой невозможно жить. Когда ты духовно един, и это важно. Тем более у меня муж тоже музыкант, профессионал, заслуженный работник, деятель культуры. Поэтому для меня моя семейная жизнь – это сплошная радость. А тем более, когда песни пишутся о семье, а у меня есть также песня о маме, есть очень такая известная песня, уже стала в моем творчестве, песня о сыне. Но вот эта песня «Мой сын», она появилась благодаря моему сыну. Мой сын служил в армии, это Псковская дивизия, спецназ, такие серьезные войска. И, конечно, были для меня тяжелые такие молитвенные годы. И один раз пришло мне письмо из армии. Я вскрываю конверт и с удивлением обнаруживаю, что письмо, оказывается, написано в стихах. И, прочитав это стихотворение, конечно, у меня невольно появился как бы ответ на это стихотворение. И ответ это произошел именно в стихах тоже, а потом появилась музыка. Так родилась песня
моему сыну или ожидание встречи. Я хочу зачитать вам сначала его письмо, стихотворение, а потом уже спою песню. Вот пришло письмо из дома, долгожданное письмо. Запах, почерк, все знакомо. Сердце ждет его давно. Край конверта разрывая, с нетерпением жду рассвет. На конверте подпись: «Сыну лучших слов на свете нет». И по-детски, не спеша, слово в слово повторяя, пальцем строчку продолжая, по щеке стекла слеза. Разлилась на сердце радость строчкой: «Сын, люблю тебя, жду, целую и скучаю. Твоя мама навсегда». 30 раз, перечитав долгожданное письмо, положил под сердце память, чувством я открыл окно. Зачитав 2 первых строчки, окунулся я туда, где всю жизнь провел играя, веря в Бога и любя. Мой сын, моя любовь, мое страдание, моя душа, мой крест, мое крыло, моя слеза в ночи, мое создание, тревожный сон, дыхание мое. Тебя, как птица, обниму крылами, свою любовь сквозь годы пронесу. Каждый сын, наверное, мечтал бы, чтобы мама такую песню ему спела. Ну, и я тоже получила от сына, то есть, такое стихотворение. У вас взаимное, да, чувство. Да, у меня, к сожалению, сын далеко, в другом городе живет. Но все равно вот эта любовь, а самое главное, поддержка, он всегда ощущает от меня. Движение сердца там материнского. Да, особенно молитва. Он всегда был в армии, он просил: «Мама, молись». Хотелось бы вас спросить, что вас связывает, ну, перейдем на другую тему, да, что вас связывает с Романахом Романом? Знакомы ли вы сами с ним лично? И есть ли у вас творческая какая-то связь с ним? А с батюшкой, вы знаете, меня связывает давняя дружба, переписка.
И буквально в прошлом году, спустя 15 лет, как мы с ним переписывались, я его наконец-то воочию увидела. Это была, конечно, для меня очень яркая, неожиданная встреча в Александре Невской лавре. И батюшка очень тепло меня встретил. И сейчас эта дружба продолжается. Мы были с мужем у него в скиту. И, конечно, меня, честно говоря, меня отец Роман поразил. Я где-то боялась ехать к человеку, который для меня уже стал каким-то недосягаемым и в духовном плане. Я боялась, как бы вот вдруг что-то будет не сочетаться моя душа с тем, что я узнаю. А оказалось все гораздо лучше. Дело в том, что я поняла, что отец Роман, он еще глубже, чем я думала. То есть это, конечно, необыкновенный человек, и его влияние, конечно, на уже на нашу семейную жизнь, оно бесспорно, потому что мы с ним переписываемся, и батюшка присылает, так как у нас два музыканта, мой муж дирижер, мужской хор. И батюшка присылает нам новые стихотворения, новые песни. И таким образом вот в нашем репертуаре совместном появляются новые песни Романаха Романа. Есть такая песня в вашем репертуаре «Дивный Господи». Можете немножко рассказать, как она появилась? Да, «Дивный Господи». По этой песне назван мой последний диск духовной песни. Он написан на слова Романаха Романа. И как все песни, это написано... Знаете, эта музыка приходит сверху. Никто, я никогда его не выдумываю. Я никогда не насилую ни музыку, ни гитару. Я открываю стихи, я слышу ее. Если я не слышу музыки, я даже просто даже не пробую. Вот. И таким образом, в принципе, появляются все песни. А особенно вот «Дивный Господи» и вот «Чистота», известная на стихи Романаха Романа. Открываю сборник его стихов, новый я купила на православной выставке, и как раз открываю на месте, где написано это стихотворение. И я читаю просто две строчки «Дивный Господи», «Чудный Господи», и слышу эту музыку. Я сейчас с большим удовольствием ее исполню. Это одна из, надо сказать, из любимых моих песен. Я даже попрошу вас, батюшка, я знаю, что вы хорошо поете. Может быть, вы чуть-чуть подпоете мне припев? Господи, чудный Господи.
Спаси, Господи. Дивный Господи. Дивные дела, Господни. Есть такая возможность у людей, которым Господь дал талант, есть возможность передавать, да, свое душевное состояние, передавать молитвенность. И существуют песни, посредством которых это все можно делать. Конечно, пренебрегать талантом нельзя, надо его совершенствовать. Видно, что вы много работали над голосом, над подачей, передачей, ну, музыкальностью. Я профессиональная певица, профессиональный музыкант. Это же голос – это инструмент, правильно, который Господь, да, дал человеку? Поэтому правильно? Я много занималась вокалом у замечательного педагога нашего петербургского Сергеева Владимира Александровича. Поэтому он мне поставил голос. И, слава Богу, у меня нет границ. То есть я могу петь и классику, и Свиридова, и Чайковского, и авторские песни, и цыганские песни, и романсы. Вы говорите об авторских песнях. Что вот сейчас нового появляется в вашем творчестве? Хотелось бы спросить. Нового много появляется. Слава Богу, Господь дает песни. И, наверное, в следующем году выйдет уже 2 диска моих авторских песен. Это романсы отдельно будут и духовные песни. Но последняя песня, которая появилась, она меня сама даже удивила, потому что я не ожидала, что получится такая песня. И посвящена она моему любимому святому, это святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Надо сказать, что вообще в каждой семье, у каждого человека есть такие святые, которые становятся для тебя родными. Настолько родными, что я, когда прихожу в усыпальницу Иоанна Кронштадтского, мне даже тут удивились, кто-то случайно услышал, я прихожу и говорю: «Батюшка, родной мой, здравствуй». Настолько это вот уже, я не знаю, вот это в душе очень глубокое и близкое, и теплое. Родство, да? Родство душ. Ну, а вниманию наших зрителей, слушателей, я хочу представить свою новую песню, авторскую песню, посвященную Иоанну Кронштадтскому. Избранного и верного во ирих Божих восхваляем тебя, земли российские молитвенничи. Oh,
радуйся, во святых названный, радуйся, учи Иоанне, радуйся, свет Христов явивый, радуйся, милосотворивый, радуйся, свет Христов явивый, радуйся, милосотворивый, радуйся, радуйся, радуйся. Спаси, Господи. У нас в традициях этой передачи я тоже делюсь песнями с тем, кто выступает. Но иногда не успеваю свою линию провести, потому что вся передача направлена на гостя. Вот у меня есть такая песня «Я вижу влюбленное солнце». Может быть, она как-то... Не в этом ключе, но все-таки... Это вы поете только свои песни? Я пою только свои песни, да. Хотя могу тоже спеть где-то за столом. Нет, мне интересно именно свои песни, конечно. Да. Ну, и манера тоже, она оттуда еще из прошлого. Что Господь дал. Я вижу влюбленное солнце. Я вижу влюбленное солнце, я вижу прекрасные лица, и вместе со мною смеется вся эта больница. Здесь женщинам дарят конфеты, мужчины читают газеты, а мне ничего здесь не надо, душа моя празднику рада. А завтра весна повторится, прохожие станут добрее, и выпорхнет легкая птица навстречу святому апрелю. Спасибо большое. Замечательная песня. Такое настроение весеннее, да. И вам тоже желаю весеннего настроения, творческих успехов. Рад был с вами сегодня встретиться. Спасибо большое. Если можно, я скажу еще несколько слов. Пожалуйста. Дело в том, что я являюсь руководителем фестиваля «Невские купола», и очень многие спрашивают, когда этот фестиваль продолжится. Фестиваль... По благословению Владыки, он состоится в этом году. Опять же, в Александро-Невской лавре, Невские купола, с 17 по 20 октября. Так что желающие, которые хотят поучаствовать в фестивале, могут присылать свои заявки, песни в Александро-Невскую лавру, Свято-Духовский центр, Невские купола. Спасибо. Дорогие наши зрители, спасибо за внимание. На этом наша передача закончена. С нами была православная певица, исполнительница духовных песен и романсов Ирина Скорик. Божьей всем помощи, до свидания, Божье благословение.